Украинская летчица Надежда Савченко останется под стражей. Басманный суд Москвы сегодня продлил ее заключение по меньшей мере до 13 мая. При этом состояние обвиняемой правозащитники называют критическим. Савченко голодает уже 59 дней. Ее адвокаты намерены обжаловать решение о продлении ареста. Российская прокуратура обвиняет гражданку Украины в причастности к гибели российских журналистов под Луганском и незаконном пересечении границы. Сама Савченко эти обвинения категорически отвергает, указывая на то, что сотрудники СМИ России погибли уже после того, как она попала в плен. В Киеве уверены, что девушка была похищена вооруженными сепаратистами, после чего ее перевезли в Россию и заключили под стражу по ложным обвинениям. С призывом освободить летчицу в Москве накануне обратились главы МИД стран Евросоюза. В ходе своеобразного флешмоба министры иностранных дел ЕС держали в руках плакаты с требованием, цитата, «освободить незаконно похищенную украинскую летчицу». И вот что заявила сегодня сама Надежда. Я не убивала русских журналистов, и тем более из таких национальных мотивов национальной ненависти, включая даже то, что они в принципе родом с Украины. Я узнала, что в России у меня есть много друзей. Я первый раз в России, сразу в тюрьме. Я никогда раньше, ну очень редко общалась именно с русскими людьми. Я получаю от вас письма, я понимаю, что вы умеете мыслить, у вас действительно... Есть свое мнение, у вас развернутое воображение, вы понимаете и ощущаете, что правильно, что неправильно. Вы не считаете врагами нас, а я не считаю врагами вас.